Товарищ генерал-лейтенант, докладывает начальник поста радиационного и химического наблюдения города Сафоново Смоленской области, Воеводина Мария Ивановна. Пост РХН города Сафоново, Центр гигиены и эпидемиологии по Смоленской области в Сафоновском, Драгобужском и Холмжирковском районах создан на основании постановления главы администрации города Сафоново от 15.02.2012 года о силах и средствах Сафоновского районного звена Смоленской области под системой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Пост радиационного и химического наблюдения создан в мирное время на территориально-производственному принципу и предназначен для наблюдения за изменением воздушной и наземной обстановки, выявляет наличие радиоактивного, химического и бактериологического по внешним признакам заражения, тип и концентрацию отравляющего вещества, оповещает население, личный состав пункта управления и формирований о заражении подачей звуковых сигналов. Администрация поста РХН назначена приказом главного врача Центра гигиены и эпидемиологии от 13.02.2012 года, номер 15, и расположена на территории города Сафоново Смоленской области по адресу улица Октябрьская, дом 68. Численность личного состава поста РХН составляет 3 человека. Состав поста РХН. Начальник поста, разведчик-дозиметрист, разведчик-химик. В ходе повседневной деятельности, а также на проведенных тренировках, личный состав поста РХН показывает уверенные теоретические знания и практические навыки по выполнению своих функциональных обязанностей. Я прошла курсы ГОИЧС в городе Сафоново в 2011 году. Занятия с личным составом поста РХН проводятся по 14-часовой программе. Пост РХН укомплектован личным составом на 100%, имуществом на 80%. Пост РХН готов к выполнению задач по предназначению.